Перед просмотром данного видеоролика рекомендую подписаться на канал CyanPlay. Канал недавно открылся, но на нем уже 48 подписчиков. И если подпишетесь на этот канал, то вы поможете развитию автора этого канала. На канале уже присутствует видео про обзор карт, обзор модов для Майнкрафта PlayStation. А самое главное, здесь обзоры других Android игр. А также есть пустое интро, которое вы можете сунуть в свое название вашего канала и после чего загрузить на канал. Ну и ссылка на канал, как всегда, будет в описании. Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня я покажу вам покет креатуры с мод для Майнкрафта PlayStation. После установки этого мода в вашем мире появляется очень много разных существ, в том числе и новые вещи, которые вы сможете использовать прямо в мире Майнкрафта. Ну что ж, во-первых, у вас появляются такие красочные аквариумы, в которых находятся вот такие рыбки. Да, кстати, вы сможете рассмотреть сейчас рыбок. Да, вот очень много разных рыбок, и все эти аквариумы сможете построить или поставить даже в своем доме. Да, вот даже есть рыбка Немо. Рыбка Немо. Также есть новая еда, вот такой гамбургер, можно сказать, который вы сможете съесть в режиме выживания. Ну что ж, давайте перейдем к новому животному. Такой у нас козел появляется после установки этого мода, да. Козел, ну или как их еще называют, ну это точно козел. Вот, дальше у нас вот такая зебра в виде лошадки, но, к сожалению, звуки у них пока еще не заменены. То есть звуки есть, но я, к сожалению, их не успел установить. Так, давайте идем дальше. Дальше у нас гризли. То есть такой медведь, который даже во время выживания на вас, возможно, будет нападать. Но сейчас он всех наших животных убивает. Ладно, пусть он убьет зебру и пусть уйдет от нас подальше. Так, все, молодец. Так, дальше у нас идет вроде панда, если не ошибаюсь. Так. Панда, да. Нет, нет, давайте убьем нашего гризли. Он мне не нужен, он сейчас убьет нашу панду. Нет, уйди, уйди, уйди. Так, нет, походу так мы с ним не расправимся. Поэтому давайте, наверное, возьмем все-таки. Так, да, алмазный меч. И по-быстрому его убьем. Да, панду нашу уже убил. Ну что ж, вот так. То есть, кто-то не увидел, выглядит панда. Довольно классная текстура. Ну, дальше у нас идет такой динозавр, который опять бьет наших животных. Уйди, уйди. Все. Так. И у нас остался последний моб. Это у нас вот такая белая акула, которая, по идее, должна находиться в воде. Но здесь воды у меня нет. Ну, она также будет, конечно, вас пытаться убиться. Ну, по идее, здесь очень много животных. Также есть новая броня, которую сейчас вам покажу. Вот так она выглядит. Да. Очень классная броня. Здесь три вида разной брони, которые вы можете сделать, убивая разных животных. Ну вот, как видите, очень классный мод. Вот, также есть новые оружия или орудия. К примеру, такая дубинка, да, которая крафтится, по идее, очень легко. Но все же мод довольно классный. Я не знаю, что еще про него сказать. Но также, как видите, у нас выпали новые вещи. К примеру, такая новая шкура выпала у нас с медведя, которую вы сможете сделать броню. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.